Незаконные свалки мусора обнаружили экологи в черте набережных Челнов. Неприятный подарок оказался разбросанным сразу на нескольких участках Менделинского тракта. Как рассказали автомобилисты, часто проезжающие по этому маршруту, горы мусора в этом районе давно стали частью пейзажа. Виновников беспорядка пока не нашли. При обследовании территории были выявлены отходы разного класса опасности. По данному факту возбуждено административное расследование по статье 8.2 Административного кодекса Российской Федерации. Обнаружить такие свалки экологам помогают не только периодические видеопроверки территории, которые проводятся с квадрокоптеров, но и неравнодушные челнинцы. Сейчас у горожан есть дополнительный стимул. За предоставленное фото или видео нарушителя полагается премия в 1500 рублей.